же самый второй от угла. Здесь моя мама, здесь мама жила. Здесь моя мама, здесь. Наша концертная программа продолжается. На сцене Зайнаб Куниева. Зайрам, махна дила дикай.
Нашу концертную программу продолжает ансамбль «Гиба» – «Аварский танец». Ансамбль «Гиба». Дорогие друзья, встречаем следующего участника нашей программы. На сцене заслуженная артистка Республики Дагестан Зубаржат Махачева. Тати на булеби, тати на булеби.
Заслуженная артистка Республики Дагестан Зубаржат Махачева. На сцене творческий дуэт Зубаржат и Зульфия. Давным-давно я сказала: Зульфия, у тебя очень много достоинств, но у тебя один недостаток.
Она так странно посмотрела на меня и говорит: «Равзан», говорит, «какой?» Я говорю: «Ты не можешь петь на аварске». Она мне сказала: «Я это сделаю». И сегодня она это сделала. Ты большая умница. Тебе долгих лет жизни, творческих успехов. Я тебя обожаю. Не имела права ползала аварцы, мои друзья. Поэтому я вас безумно люблю. У нас нет нации, у нас только одна нация – дагестанцы. Спасибо, то, что вы у меня есть. Эту песню я все равно смогла, Равзана, сделать. Я ее сделала, и скоро еще одна песня. Спасибо, Зульфия. Вот эти аплодисменты. Если бы вы знали, как приятно слышать ваши оглушительные аплодисменты тому или иному участнику. И сегодня они звучат в адрес солистки Махачкала концерт, популярной Саисат Халадаевой. Прошу. На сцене Фатима Багаутинова и Ильяс
Мугинский. Сердце обжигает пламя, страсти не целуют, дети губы обнимают, эти руки на-на-ней. Мое сердце на-на-ней. В игре любви опасной обещаю быть прекрасной, обнимаю ночи страстно, твоя любовь опасна, на-на-ней. Убегаю от ответа, жалеют эти свечи с ночи до утра. Ночью светят звезды до утра. Ай-яй-яй. Горит во мне душа. Жалеют эти свечи с ночи до утра. Ночью светят звезды до утра. С огромным удовольствием, дорогие друзья, представляем вам следующего участника нашей сегодняшней замечательной концертной программы. На сцене Абдул Мурадов.
глаза закрываю я вновь и твой образ рисую себе. Думал я, что любви не бывает такой, но зажгла ты ее во мне. Ты опять играешь и глазами манишь, девушка загадка, ты сверкаешь ярко, взглядом ты чаруешь, сердце ты волнуешь, сказку зовешь за собой, с тобой. Спасибо, Абдул. И давайте встречать, дорогие гости, уважаемые зрители, следующего нашего исполнителя, следующего гостя нашей замечательной концертной программы. Заслуженная артистка Республики Дагестан Айшат Айсаева.
Итак, друзья, все вроде готово у нас к следующему выходу нашей бенефициантки сегодняшнего вечера, заслуженной артистки Республики Дагестан Зульфи. Не хватает только одного – ваших добрых, дружных аплодисментов. Еще громче! Еще! Молодцы! На сцене Зульфия! Печали ты душу мою, не говори мне о любви. Я так боюсь, что я останусь без любви. Твои печальные глаза меня так просят оглянуть. Невозможно больше жить. Я так хочу тебя любить. Так плохо без тебя мне жить. Любовь моя, услышь меня. Твои печальные глаза меня так просят оглянуть. Тебя забыть, я не прошу со мною жить, лишь только одного прошу, до смерти лишь меня любить. Твои печальные